Сейчас середина августа. Я хочу показать, что цветет у меня, что продолжает цвести, радовать, что только начинается. Здесь вот у меня цветет вандочка. Посажена она вот в такую корзинку. Висит она у меня на крючке, если интересно кому. Вот такой вот крючок подвешенный, и она там у меня висит. Такая красивая вандочка сандериана. Очень красивый сорт, приятный, яркий такой, красочный. Красавица просто. Далее начну показывать, что у меня тут внизу растет. Что растет, что цветет. Вот такой простой фаленопсис. Далее вот такой фаленопсис. Все сорта, названия сортов можно посмотреть на канале. У меня о каждой орхидее есть видео. Вот такой сакрифайс. Фаленопсис. Красивый тоже очень сорт. Далее вот такой сорт. Тоже яркий такой фаленопсис, красивый. Все цветочки друг от друга отличаются по окрасу. Такие вот все разные. Интересный тоже такой сорт. Далее я хочу показать тут кое-что интересное. Поливала я фаленопсис, и у меня отломился цветонос. Полностью отломился. Я, как доктор айболит, решила его замотать вот таким вот, как она, господи, называется, лейкопластырем. Замотала, и он пошел в рост. Я думала, она высохнет, а нет. Вот все-таки, если жить хочет, будет и цвести, и радовать, а если не хочет, то уж ничего ей не поможет. Вот такой вот инвалид у меня тут. Даже его пока не буду разматывать. Ну, потом уже, когда полностью начнет пускать бутоны, я его размотаю, посмотрю, как там что, как он вообще прирос обратно. Так, далее. Что тут у меня еще? Вот. Анаконда тут. Мин анаконда. Вот такой вот сорт. Продолжает уже цвести. Уже бутончики тут. Вот один бутончик. Тут второй бутончик вылазит. Такая прелестная орхидея тоже. Красивая, яркая. Цветет часто. Так, далее бурагиара. Продолжает цвести. Запах, конечно, у нее отвратный. Особенно по утрам. А так красивые такие цветочки. Из новинки. Вот такая прелесть у меня распускается. Потом отдельно про него сниму видео, выложу. Название сорта и все остальное. Тоже такой знаменитый сорт. Красивый. Ну, полностью распустится, я потом выложу. Далее вот это у меня продолжает цвести. Тоже я повторю, что о каждом цветочке у меня есть видео на канале. Дендробиум продолжает цвести. Очень красивый такой, яркий. Далее психопсис. Вот такой. И причем я заметила, что психопсисы у меня цветут в одно время. И вот этот еще психопсис. Вот. Что-то он как-то в этот раз вот такое вот насекомое под названием психопсис. Далее идет тут у меня сапфир. Продолжает цвести. Пустил вторую стрелочку. И вот начинается цветение у него. Далее вот такой сорт. Такой.
такой фаленопсис еще. И вандочка. Красотка. Ну, в принципе, и все, что цветет у меня на август месяц. Такая вот красота.